Сегодня югорские парламентарии соберутся на очередное заседание. Перед депутатами Думы Югры выступит с отчетом глава региона. Наталья Комарова подведет итоги работы окружного правительства за год. Еще один важный вопрос повестки – корректировка бюджета. Расходы Югры увеличатся. Так более 600 миллионов направят на поддержку спорта. Выделяются деньги и на повышение заработной платы работникам здравоохранения, а также на поддержку лесной отрасли и строительство дорог. Вместе с расходами увеличится и дефицит бюджета. Мы 2 миллиарда рублей добавляем из программы сотрудничества на решение, я считаю, очень нужных и животрепещущих вещей. Это первое, больше 2 миллиардов рублей направляется на выкуп жилья. То есть это решаются вопросы практически по большинству муниципалитетов для того, чтобы были своевременно люди перечислены из ветхого аварийного жилья, чтобы те, кто стоит в социальной очереди, смогли получить свои квартиры.